Здравствуйте, уважаемая Ольга. Здравствуйте, уважаемый Михаил Георгиевич. Николай Костромитин. Вопрос по теме. Да, уважаемый Николай, слушаем вас внимательно. Уважаемый Михаил Георгиевич, с учетом вашего огромного автомобильного опыта, скажите, пожалуйста, если гражданин России покупает автомобиль с пробегом в Германии дизельный, какие документы владелец автомобиля, ну, гражданин Германии, например, должен дать россиянину, чтобы автомобиль зарегистрировали в России? Спасибо. Ну, вы знаете, сейчас вообще, во-первых, введены заградительные пошлины, и это будет в любом случае не очень выгодно россиянину, который решился на такую сделку. Но документ есть один, это Kraftfahrzeugbrief, это ПТС. Естественно, при покупке автомобиля вы получаете ПТС, и он является основным документом. Все, что касается разных купчих и так далее, в Германии это совершенно свободно. Это может быть вообще написано на клочке бумаги. Но желательно, конечно, чтобы это было написано на бланке в установленной форме. Есть такие бланки специально, они везде продаются, где можно заполнить. И это будет с подписью продавца уже серьезный документ, о котором, который годится для того, чтобы зарегистрировать автомобиль здесь. Но опять же, для того, чтобы поменьше привозили автомобилей, существует такая вилка, так называемая. То есть вы должны, если вы автомобиль купили внезапно, вам пришло в голову, то при въезде вы должны оплатить его полную стоимость. Ну, короче говоря, вам это очень невыгодно, я имею в виду очень большую очень пошлину. Поэтому желательно, чтобы вы сначала оформили в таможне документы на автомобиль, который стоит в Германии, который вы купили. Тогда все получается очень ловко и красиво. Если вы этого не сделали, вам предстоят очень большие траты. Понимаете, да? И долго очень нужно будет ждать возвращения денег из таможни. Но вообще сейчас покупка автомобиля в Германии не является выгодным мероприятием уже, если мне память не изменяет, лет 6, наверное. Ага, понятно. Да. Михаил Георгиевич, маленький вопрос. А лично в вашей автомобильной биографии был какой-нибудь автомобиль, который вы отвезли и его защищали пленкой от ржавчины? Нет, не было такого автомобиля. Я даже отказался от покупки автомобиля у дилера в Москве, потому что я выяснил, что он обклеен, передняя часть этой пленкой, и я говорю, я его куплю, если вы эту пленку снимете. А они сказали, что они за это не берутся, и только вот с пленкой продается он. Мне это очень не понравилось, я пленку из-за пленки его не купил. Вот такой был эпизод в моей жизни. Угу. Существует химическое средство, которое защищает от ржавчины более или менее? Касается всех, потому нет. Что впереди зима. Нет, не такого средства нету. Ну, понимаете, полировка, конечно, она предотвращает в какой-то мере покрытие полировочным составом, потому что, ну, воду отталкивает лучше, но, понимаете, коррозия же обычно идет изнутри, машина ржавеет, например, крыло не снаружи, а изнутри, куда там попадает влага, она там плохо проветривается, которая с колес туда идет, в какие-то щели забивается. Сварные швы, в первую очередь, конечно, ржавеют. Поэтому она ржавеет, машина изнутри. Вот в чем вся проблема.